почитал отзывы, так, ну не почитал отзывы, посмотрел в Ютубе об этом, об этой настройке, и там все рекомендуют ставить, здесь даже вот снизу выбрано, что выбор ГЦ увеличивает производительность. Ну, это графическая карта. Но для наилучшего рекомендуется поставить авто этот. Автоматический выбор. Автовыбор. Но вообще во многих картах, я так понял, что во многих играх, ну не во многих, в некоторых играх, это указывает, как будет, насколько будет эффектно все выглядеть, картинка там и так далее. Ну, всякие дополнительные физические И вот я поставил на авто. Так, на запись 59, ну 60 кадров в секунду. Ну и во всей, через весь ангар смотрю. Вблизи-то и как бы сравнивать нечего особенно. Здесь везде показывают 60 кадров в секунду. Здесь в гонках я уже предчувствую, конечно, что, ну, это мало чего меняет. Просто для сравнения можно осознать 40. Еще один вариант узнал. Куда мне лететь? Блин, какой это придурок. Стрелочку мне... Четыре. Круто. Чекпоинт.
Checkpoint. Now it's checkpoint. The pilots leading the ship have to be wondering, is this the time to wake? Contact. Checkpoint. Checkpoint. Yes! Checkpoint. 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 Another ring clear. Checkpoint. Look at that precision flying. Checkpoint. Everything is looking neat and tiny as these pilots check. Checkpoint. Checkpoint. Well, there are no guarantees in Murray Cup, but this race is starting to look like a short thing. Checkpoint. It's outstanding that these pilots have been able to maintain this pace. Checkpoint. С такими, конечно, зависаниями. Checkpoint. Кстати, прыжка после финиша нету, чтобы... О, нет, хотя есть 60 кадров. Стоим, не двигаемся. И даже вот летаю. Нет, 52. Гаюра. Такие опыты, да? Настройки как-то менять не очень хочется пока. Хочется попробовать. Четыре К на СЛА рано летать. Как я уже говорил, надо ждать оперативную память на 4100 МГц. И после этого посмотреть, как все изменится. Мне очень хочется поиграть. Поставить в ранги свои, бить какую-нибудь позицию 20-тысячную или 30-тысячную. Что-то здесь немного народу заходит.
и никого. Честно говоря, не помню, чтобы я вот на PlayStation играл, что там говорят, что 30 кадров на PlayStation, чтобы вот прям таких вот провисаний, чтобы я там как-то ловил момент. Все-таки настроено все это. Кстати, вот сейчас прыгает. Так, первый раунд. Понимаю, 3x3 экран нужно. Минимальные требования. О. Обалдеть. Я не в ту сторону пошел. Они все-таки с другой стороны бежали. Очки не капают, к сожалению. Да ладно, чувак, убил меня все-таки. Еще пару человек начнем. Процедуры. Один. Бегу, открыв рот на этом. Компьютер, никого нету рядом. Упс, вот снял. Спорнинг. Ну, последний чувачок. Здесь перезарядка не работает. Или это не вели заряд? Так бы все время. С каждым встречным. 50 на 50 убийств. Смерть.
можно было бы в рейтинге подняться. Да, маловато народу все-таки. Ой, нифига. Туда и забежать нельзя. Стабильно 60 кадров в секунду. Мне это нравится. Зачем что-то начинать? А нет, тут уже поменьше. Сорок три, сорок тридцать девять, шестьдесят. Так, 4-3. Придется искать. Ready up. Opposite go. Кто-то умер? Мы натягиваем. О, нас уже меньше. Так, точка Б. Control point contested. Вылетело что-то. 17 секунд, завис. Control point contested. Нормально. Фух. Respawning. Nice to have you back, Marine.
Control point contested. Don't let them take the control point. Control point contested. Control point contested. Accessing control point. Ну, дело за малым, а отбить. Contested. Protect the control point. Гады. 40 секунд. Стоять это не выход, мне кажется. 30 seconds remaining. Spawning. Ну, выиграли мы, что здесь. Но второй же раунд нам не так легко дастся, я думаю. Раунд over. Ой, сколько народу. Ой, сколько народу. Второй раунд тоже... Нет, хотя не... Не очень тоже. И точно, что он будет за нами. Да ну. Control point contested. Don't let them take the control point.
Сейчас там мясо идет такое. Интересно, а Б-точка вообще никак напрягает. Ладно, пойду на какие-нибудь другие точки. Тройка пробежала. Control point contested. Protect the control point. Spawning. Ладно. Прям даже не верится. Respawning. Да. Spawning. А во вторую гранату сразу кидается сверху. Здесь нереально поджимает. Смотрю. Достала гранатка. Respawning. Round over. Минута 53. Типа так, что ли, перебирать надо? Спасибо. Ладно, цети. Это, наверное, сюда.
думал-то свой. Поначалу. Но ошибся. Нажимаем. Молодцы. Respawning. Молчаливый бой. Проиграли, да ну нафиг. Одно очко. Это уже получше. Я наконец-то сыграю 4 раунда.
4 раунда, это прям рекорд будет. Accessing control point. А, чуть-чуть не повезло. А вообще был в шаге. Нет, конечно, круто. Целую обойму на него потратить. С полупопадания убивает, ну, такие снайпера, что прям очуметь можно. Нормально, конечно. Что здесь удивительного-то? Respawning. Control point contested. Don't let them take the control point. Control point contested. Control point contested. Так, та-дам. Да ладно. Играли-то уже однозначно. Конечно, остановится игра сейчас буквально.
когда уже шансов не будет. Кого-то убил. Round over. Match over. Outlaws win. You all tried your best, and this time it wasn't good enough. But there's a lesson to be learned in that. Make sure you learn it. Thank you very much. Умер в два раза больше, чем убил. Мать, неплохой результат. Как ни странно. Сейчас посмотрим. Ну, если поднялся в статистике, то незначительно. Музыка такая, ух. Захватывающая. Одиннадцать тысяч. С 2000 очков поднялся на 4000 мест позиций с последнего замера. Ну, еще потренироваться так. Десяток разок разков. И может попадусь. Ну. То есть, ну, я так. Посчитал с интенсивностью, чтобы надо, чтобы все 4 раунда играть. И чтобы полная продолжительность этих раундов проходить. Ну, это вообще практически нереально. Ну, сложно очень. И много убийств, ну, всяких очков, дающих дел так делать, так сказать. Всем спасибо за внимание. До свидания.